обращение к нашим сторонникам. У меня сейчас достаточно сложная ситуация. Я делал обращение и говорил, что до 20 ноября мне необходимо собрать 20 миллионов тенге. И они мне нужны для судебной борьбы во Франции. Не только отбиться от попыток меня депортировать или экстрадировать, но и добиться, чтобы возбужденные уголовные дела по группе лиц, которые организовывали покушение на убийство и получили заказ из Казахстана, чтобы они дали признательные показания, кто конкретно из Казахстана им давал указания, какие суммы они получали на организацию убийства. Для этого нужно, чтобы усилилась работа адвокатов, чтобы следственные действия здесь во Франции произошли быстрее. Это обычно непростой длительный процесс. И вот, собственно, с этим связано мое обращение о просьбе помочь мне финансово. Ситуация такова, уважаемые друзья, что по итогам заседания суда 17 октября, 8 ноября трибунал Парижа вынес решение в поддержку требования полиции покинуть Францию в течение 30 дней. Я буду подавать апелляцию, как многократно говорил, этот суд подвергался безусловно политическому давлению, но чем выше судебная инстанция, это давление уменьшается. И моя практика показывает, что я побеждаю в высших инстанциях французского правосудия. До 8 декабря я должен подать апелляцию, но я должен успеть как можно раньше. Я обещал адвокатам, что до 20 ноября я соберу эти средства, чтобы они могли продолжить работу по подаче апелляции и по работе над возбуждением уголовных дел против группы военных, бывших военных, которые организовывали мое убийство. До 20 числа осталось буквально несколько дней. В этой связи я делаю обращение к тем сторонникам, которые активные. Но понятно, что среди миллионов обязательно есть 5000 сторонников. Так вот, я сейчас обращаюсь к нашим 5000 сторонникам с просьбой помочь перевести по 5000 тенге. 5000 сторонников по 5000 тенге. Я получаю различные суммы: 50 тысяч тенге, 100 тысяч тенге, 1000 тенге, 500 тенге. И в среднем, средние платежи, если все пересчитать, по кругу получается где-то 1000 тенге. Так вот, я сейчас обращаюсь к тем, кто обладает возможностью перевести единоразово 5000 тенге. Таким образом, за один день будет собрана необходимая сумма и даже больше. Я обращаюсь к 5000 сторонникам с просьбой помочь перевести 5000 тенге по системе донат.